Букмарки, буки, табы, закладки – это заранее сохраненные координаты космического пространства, либо объекта, представляющего какой-либо интерес. Сохранить интересующую нас область космоса, либо объект, дабы иметь возможность вернуться к нему позже или быстро найти систему с ним, а находясь в ней, варпнуть непосредственно к объекту, можно несколькими способами. Зажав на материальном объекте, к примеру, станции, гите, контейнере, в реке, астероиде и так далее, левую кнопку мыши, а после появления радиального меню, наведя курсор на значок «плюс», а затем на булавку. После, в открывшемся меню, указав название букмарки, при необходимости ее более подробное описание, что, впрочем, не обязательно. Нажав по объекту на основном экране, либо в одном из многочисленных вспомогательных окон, overview, окне подскана, сканирование, окне описания, или даже прямо в чате, правой кнопкой мыши по объекту и вывалившемся контекстном меню, выбрав пункт «Сохранить координаты». Либо зажав сочетание клавиш Ctrl-B, причем в этом случае в букмарке будет сохранено текущее местоположение нашего корабля в космосе. Также важно помнить, что сохраняется именно та точка космоса, где наш корабль был на момент нажатия кнопки «Отправить» в окне описания закладки, а не в момент нажатия Ctrl-B. Третий способ подходит только в том случае, если нам нужно сохранить точку пустого космоса, где в данный момент находится наш корабль, либо точку рядом с каким-то объектом, к которому нам удалось подлететь. Сделать буку на самом интересующем нас объекте можно только одним из первых двух описанных способов. Создание букмарки при помощи комбинации клавиш Ctrl-B полезно, когда требуется создать сейф-спот, обзорку, реварп-буку или сохранить иную важную точку в пустом космосе. Также сочетание клавиш Ctrl-B позволяет делать буки, даже когда корабль находится в варпе. Важно знать, что сделать буку на корабле игрока, дронах и NPC невозможно. Единственный способ забукать текущее местоположение чужого корабля либо дронов – это насканить их комбут пробками, сделав буку на результате сканирования. Работу с пробками и сканирование с их помощью мы подробно разберем в одном из следующих видео. Найти все ранее сделанные нами букмарки можно в окне «Адреса и координаты» на панели Неокома, где оно выглядит как лупа с человеческим силуэтом внутри, либо вызвать его сочетанием клавиш по умолчанию Alt-E. Здесь, во вкладке «Координаты», наши букмарки поделены на два типа – личные и корпоративные. Однако, если ваш персонаж состоит в NPC корпорации, на вроде Scope или любой другой, куда попадают персонажи сразу после их создания или после выхода из состава корпорации, созданной игроками, вкладки с корпоративными координатами у вас не будет. Букмарки можно перемещать из одной категории в другую, создавая папки и сортируя их по ним. Зажав клавишу Shift, можно сделать копию букмарки, перетащив ее в другую папку, категорию или даже карго, сделав тем самым ее материальным объектом, который можно передать другому игроку, либо продать через контракты. Конечно, только в том случае, если сохраненные координаты представляют какую-либо ценность. К примеру, если вы сделали букмарку на первые разгонные ворота экспедиции DET 1010 или нашли удобный путь через вармхол. Загрузка одной или нескольких бук из карго осуществляется перетягиванием их в окно списка личного либо корпоративного. К сожалению, разработчики пока не добавили возможность дистанционной загрузки букмарок в список. Хорошей идеей будет сделать резервные копии наиболее важных бук, в особенности корпоративных, в отдельном контейнере на станции. Важным нюансом является тот факт, что за раз вытаскивать в карго можно только по 10 букв. На перемещение букмарок между папками такого ограничения нет. Для удобства выделения сразу нескольких букмарок можно кликать по ним зажатой клавишей Ctrl. При необходимости выделения сразу нескольких букв подряд, зажав клавишу Shift, мы кликаем по первой и крайней из списка, выделяя сразу все буки между ними. Доступ к редактированию и удалению корпоративных букмарок имеет только пилот с правами офицер связи, выданные ему в меню настроек корпоративных прав и доступов. Вы также можете редактировать и удалять корпоративные букмарки, сделанные лично вами. Редактировать и удалять корпбуки, сделанные другими пилотами, без указанных выше прав, не получится.
При нажатии правой кнопкой мыши по пустому космосу, вывалившемся контекстном меню, отображаются все букмарки, как личные, так и корпоративные, имеющиеся у вас в данной системе. Отображение всех категорий букмарок в космосе включено по умолчанию, в виде булавок в голубой рамочке. Кликая по ним правой кнопкой мыши, с ними можно взаимодействовать, редактируя или совершая на них варп-прыжок, либо разгон. Отображение корпоративных, либо личных букмарок можно отключить, наведя курсор на полупрозрачный ореол вокруг приборной панели и в всплывшем окне включая либо отключая отображение нужной категории. Если букмарки рассортированы по папкам, то кликая по зеленому глазу рядом с их названием, можно включать или отключать отображение в космосе букмарок из данной папки.